Я здесь. Если хочешь, можешь газовать. Ты проехал, получается, да? А? Погромче, можешь говорить? Фигня, Мэйлс? Ну, я вижу, ты дергаешься. Почему, только не знаю. Вперед назад. Я думал, у тебя там какие-то сопротивления идут. Нихуя ты там это дергаешься, лагаешь вот. Они. Сейчас должна быть уличная станция, да? Да? Тогда сейчас будет самое интересное, наверное. Немножко проебался я. Эту резерву проезжай, не надо останавливаться. Вот так вот, на... Ну да, медленно. Тем более да ладно, серьезно? Откуда знаешь? Прикольно. Странно, конечно. Так, я знаю, что я хочу попробовать. Сейчас я сверну игру, но только чуть позже. И попробую в скайпе, точнее не в скайпе, а в звуковой карте тебя погромче сделать. Бля, я и забыл, как можно ездить с видом от контрола. Бля, это так было эпично, такой резкий езд в ноль. Не, без моего света тут нихера не видно. Я не видел, это был знак 60 или что это было? Ну, станция. Станция музей скульптуры. Скульптуры музей станция. Давай дальше, лидер. Что? Разве так? Ну, там, видимо, винтажка была, не знаю.
только раздел. Разбор схемы, чувак. Я знак имел в виду, если что. А, не, подожди, вверх, это вроде наоборот. А, нет, да, это разбор. Я вот никогда не понимал логики. По идее, вверх это значит повышение. Значит, должно быть включение тедер. Но здесь наоборот, здесь, наверное, логика другая в том, что знак молнии вниз означает то, что на контактный рельс типа показывает. Я правильно понял? Чего запрещено? Почему? А. Так, это конечка, да. Вопрос, как мы его оборачивать будем? Проебешь. Проебал. Почему при проезде красного вели по ошибку стрел? Чё за пиздец? Дополнение лип создает ошибки. И все время, когда кто-то проезжает красный. А, это FPS-бустер включен почему-то. Вот. А как? Почему? Почему связи? А нахера на сервере какой-то FPS-бустер? Чё за пиздец? То, что прописывает команду MMCortex. Ну, я понял. Только почему при проезде красного ошибка? Не понимаю. Так. Давай, заезжай в ебород. Только в этот раз я буду смотреть со стороны. Опять жопа не въехала, конечно. Ну ладно. Бля, так красиво. Мы сейчас нормально. На четвертый, на крайний правый путь принимался. Принимайся. Ну вот к этому. На крайний. Не-не. Не-не, не самый крайний, а вот этот. Ну, который по центру правый. Я не знаю, как он, четвертый здесь или какой? Третий, блядь. Четвертый вроде по светофору. Да, стрелка по маршруту. Давай! Я даже, знаешь что, я буду не на платформе пока что стоять, а на рельсах. Так будет апичнее. Я так смогу больше сделать фап-фап-фап. Он заедет, в тупик, он заедет до конца. Да заедет, тут вроде запас есть. Бля, это так атмосферно, а если я еще вот так вот ебу? Поздно, конечно. Да, детка. Пап, фонарик нужен. О, тупой лоб. Проебался без фонарика. И давай подтормазывай немножко. Вагон заехал уже, все, можешь вставать. Блять, он довольно-таки неплохо все-таки тормозит. Как раз на ямку заехал. Я думал, что эта херня мотовозка его хер остановит вообще. Я уже заметил. Ну смотри, как атмосферно. Я сейчас скриншотики, камшотики. Да все, я уже сделал. Я пойду посмотрю на... Ну, кстати, прикольно смотрится с моим прожектором тупик. Да, с ним прикольно. Я. А? Не, ну у тебя слишком ярко, даже теней не видно. А ну-ка я свой врубил, вруби только свой. Нет, у тебя слишком яркий. Кстати, а ну-ка. Ну, в принципе, можешь дэшку сейчас уже удалять. Проспавни здесь в оборотнике номер, только номер должно быть с фарми. С диодными фарми, с подсветкой, или как ксеноны еще называют их. Просто на одном...
пути. Не-не, заспавни ты, я тебя прошу. Я просто на одном серваке... Я тоже не ебал, как он называется, где он. На одном серваке был номерной с... На канале даже видео есть. С офигенно такой классной, голубоватой, даже, наверное, светло-фиолетовой подсветкой. Ну, точнее, светом фар. И причем не яркий. Обычно все эти ледовские херни, они яркие, пиздец, какие. Насколько я вижу, они... 5. Там фары должны быть ледовские, только я не знаю, как они выбираются. Я не знаю, как они в новом метрострое называются. Нет, это обычные фары. Я в душе не видел вообще. Так, ладно, сейчас. Лампы,